начальника Следственного комитета при МВД, а также помощник министра внутренних дел. И сегодня же стало известно, что глава государства внес в Госдуму законопроект, разрешающий отправлять осужденных за терроризм в тюрьмы отдаленных регионов. Принятие закона позволит избежать концентрации в исправительных учреждениях тех, кто отбывает наказание за совершение преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. Ключевыми пунктами программы развития России до